Я бы для того, чтобы все-таки у нас появился такой оптимизм, я хочу слово предоставить одному молодому человеку, который имел смелость присоединиться к нам, молодость. Хочу представить его, участник войны 20-го года, наводчик БМП-2. Рота, которая не сдалась и воевала до последнего патрона. Вот. Давайте послушаем. Уважаемые организаторы движения «Всеармянский фронт», почетные гости, для меня большая честь и большая ответственность представить и выступить от имени молодежи. Наше поколение уже увидело и войну, и перевороты какие, вы сами знаете, и уже поняли, кто наш друг, а кто просто умеет делать 30-минутные перемирия во время войны. Западные ветры лишь приносят цветные революции и хаос, которые негативно отражаются на обществе. На Южном Кавказе война идет больше 30 лет, и неизвестно, когда она закончится. Молодежь не может остаться в стороне и не остается в стороне происходящего. Считаю правильным выступить с инициативой объединения армянской молодежи на общенациональной идее, обычаях и традициях нашего народа. В Российской Федерации проживает много армян, большая часть которых перебралась сюда после Первой Карабахской войны. И назрела настоятельная необходимость объединения всей армянской молодежи, в том числе проживающей в России и в диаспоре других стран, с молодежью Армении. Полагаю, целесообразно создать структуру движения «Всеармянский фронт», молодежное крыло. Прошу поддержать. Сегодня у меня уникальная возможность выразить благодарность господину Карапетяну за его принципиальную позицию за благо своего народа и государственности, а также встретиться с политическими и военными экспертами, чьи выступления стали для меня, можно сказать, уроками. Спасибо за внимание.